юзеры, лузеры, хейтеры и прочие любители интернета, Wi-Fi, гаджетов и прожигания жизни. Как говорится, интернет, интернет, отпусти нас в туалет. Приветствует вас создатель Инстаграм «Новые русские бабки». 8 миллионов 226 тысяч подписчиков каждому. Клавдия Ивановна, неваляшка, цветочек. ВКонтакте зарегистрирован под ником Антон Мужиков. В Одноклассниках Аристарх Теребунькин. В ТикТоке Жижа. Мой основной принцип. Если я вижу смешные шутки в интернете, я не смеюсь. Я выдыхаю носом чуть чаще воздух, чем обычно. Например, звал миллионок меня в бар, показал мне свой QR. Я ему на это дело показала антитело. А теперь приветствуем фронтвумен нашего коллектива. Человек, перепрыгнувший через бесконечность. Личность, разгадавшая тайны туманности Андромеды и клея момент. Человек и личность, и ученая, доказавшая, что на википедийный человек намного эрудированнее нагугленного. Мультимузыкант, полиглот. Матрёна Ивановна, белая тучка, Нигма Тулина! Мы встречаем в жизни своей много необычных людей. Перед вами две необычные, перед вами две рабыни соцсетей. Наша почта Матрёна Ивановна Нигматуллина mail @sobaka.ru. Совершенно верно. Мучали соседа своего, есть ли, дескать, твиттер у него. Он ответил: был, в молодости был, уж лет 40, как его я излечил. Были на гастролях в тайге, обещали, будет ЛТЕ, ну хотя б 3G. На-ка вот, держи, только Е там, да и то на сосне. Кстати, Цветочек, а ты помнишь, как ты на сосну-то лазила? Как? Как карликовый игрунок. Ну, ничего не помню, отстаньте. Все, ты помнишь. Ах, Цветочек, ах, Цветочек. В завитушках лоб. Так смотрела бы, смотрела б на нее. Чтобы не забыть свой пароль, Клавочка решилась на боль. И теперь у ней на груди тату babaklava.g.ru. Какая боль, какая боль! Что-то перепутал мастер, не подошел пароль. Лошары мы в Ютубе, лошары мы в ТикТоке, лошары мы везде, лошары даже в караоке. Лошары в гигабайтах, лошары в порносайтах, лошары мы в ВКонтакте, лошары даже в Инсте. Добрый вечер, товарищи! Ну что, вышло в прямой эфир? Вышло в прямой эфир. Вопрос так и сыпется. Давай будем отвечать, правда, товарищи? Че отвечать? Тут интимные есть. Че, при всех, что ли, мне? Нам скрывать нечего, правда, товарищи? Вот ведь мой, да? Раньше были люди начитанные, а теперь нагугленные. Естественно, в интернете, как говорится, как на том свете, каких только упырей не встретишь. Хотя, с другой стороны, если закроют Википедию, в России не останется среднего образования. Ты сейчас смеешься, что ли? Да! Вот. Пишет Виктор Сотников из Челябинска. Договорился с женой. День я покупаю продукты, день она. Так и живем. День бухаем, день едим.
О! Из-за границы начали писать. Да ладно. Да, пишет подписчик Андрей Калишка из чешского города Гуска. Бабушки, вы не боитесь умереть от коронавируса? Я не боюсь, у меня кредит, меня откачают. Очень часто спрашивают, ходим ли мы с тобой в баню. Естественно, я вчера была, чувствуешь? Чую, чую, прям гвоздичкой пахнет. Кстати, Цветочек, я вчера подскользнул с бани-то, об тазик башкой. Да, ой, ужас, искры из глаз, фейерверк из... Но есть положительный момент. Песня начала, все тексты запоминаю сразу. Так не бывает. Вчера французский да играл бывает. По радио, я весь текст запомнил. Хочешь, покажу? Да, французскую хочу. Пожалуйста. Банкор де мо, тужур де мо, ле ме мамо. Да не да, мой. Пьянко де мо. Де мо фасиль, де мо фражиль, псе те тропо. Слушай, какая красивая песня все-таки. Кстати, Моть, меня недавно внук мой, Макарушка, компьютерной грамотности обучал. Открыл компьютер, говорит, бабуль, вот что у тебя на рабочем столе? Я говорю, ну что у меня там, ложки, вилки, ножи, соль, перец. Он говорит, да нет, вот здесь, на рабочем столе, что ты видишь? Я говорю, квадратики какие-то. Он говорит, это не квадратики, это иконки. Я говорю, как иконки? Нет у меня. На кухне в уголке стоят. Он говорит, да нет. Давай, выйди из окна. Как выйди из окна? Седьмой этаж, я жить хочу. Он говорит, да не поняла ты. Как начал сыпать мне там какими-то словами непонятными, какими-то терминами. Я ничего не поняла. Я чуть с ума не сошла. А у него там сплошные эти, как их... Пароли, пароли, пароли. Пароли. Логины, логины, логины. И это было. Скриншоты, хэштеги, телеги. Подписки, отписки, дизлайки и лайки. Вся жизнь утекает в онлайн. I'm good, I am fine. Еще раз все вместе. Пароли, пароли, пароли. Логины, логины, логины. Скриншоты, хэштеги, телеги. Подписки, отписки, дизлайки, лайки. Вся жизнь утекает в онлайн. I'm good, I'm fine. Кстати, Цветочек, а ты знаешь, какой самый главный принцип интернета? Не знаю, какой. Я тебе скажу. Хорошо то, что хорошо качается. Поехали. Какое ковид задолбало.